Друзья, всем привет! Меня зовут Масленников Роман, я автор больше сотни книг, и сейчас моя книга находится, одна из книг «Хейп о нем» находится в номер один, на месте номер один в лабиринте. На этой неделе я вам расскажу, как вам раскрутить вашу книгу. Эта неделя будет бесплатной, дальше уже по желанию. Условия расскажу чуть позже. Расскажу, как вам пропиарить свою книгу. Во-первых, она у вас должна уже быть. То есть тех, у кого книги еще нет, из этого чата в просьбу удалиться, он вам будет бесполезен. Для тех, у кого книга есть, что нужно сделать, чтобы книжка ваша поднялась еще выше и набрала больше вес и стала просто бомбовым бестселлером. Задание номер один. Нужно написать всем людям, которых вы считаете релевантными по вашей теме, просьбу о рецензии и предисловие. Я сейчас покажу шаблон, как я писал просьбу Вадиму Демчогу, Радиславу Гандапасу, Атару Кушнашвили, то есть людям, которые для меня, это, наверное, лет 5 назад еще, или, может быть, даже больше, были недосягаемыми вообще, но благодаря тому, что я просто решил взять и сделать веерное написание по списку VIP-людям. Многие из них мне ответили. Буквально за меньше, чем за сутки мне ответило, наверное, 10 человек из 50. Очень крутых ребят. И так книжка, собственно, и поднялась в эфире. Значит, смотрите, если у вас книжка вышла, нужно сделать такой ход. И в этом шаблоне, который я вам пришлю, написать, что скоро у вас выходит второе издание этой книги, нужен срочно ваш отзыв и предисловие. Если предисловие не успеваете написать, то просто отзыв. Кстати, могут написать 3 предисловия, это тоже будет нормально. Вот, и вам, собственно, остается только собрать эти отзывы. И до издания второго издания, оно может быть у вас когда угодно, может быть через полгода, через год, может быть оно будет через 3 месяца только в электронном виде, это тоже нормально. Но пока оно не вышло, отзывы к вам придут, и эти отзывы можно публиковать и они в ваших соцсетях, и они вам уже будут продвигать текущую книгу. Поэтому выпишите 50 людей, которых вы считаете супер релевантными вашей теме, и напишите им шаблонное одно сообщение, меняя только имена, с просьбой о рецензии на вашу книгу. И потом расскажите, чьи рецензии вы в итоге получили, чьи предисловия оказались у вас в закромах. Всем хорошего дня. Клуб авторов продолжает свою работу. До новых встреч. Желаю вам бестселлеров.